Он убил Хему! Наш фараон погиб! Теперь все! За что мы так долго проливали кровь? Станет нашим! Мы победили всех врагов! Только я могу повести Египет в новую эпоху благоденствия! Ты заодно с Септимией, а нам закрыт путь во дворец? Я не стану вас осуждать, но послушайте. Ну, говори, пока мой клинок не лишил тебя дара речи. Ваша служба окончена. Царица вас наградила. Прости, Ая. Да ну! Мы бились за нее! Возвели на престол, а он еще жив! Где справедливость для нас? Септимия должны были судить в Риме. Цезарь защищает орден. Ради Клеопатры пришлось пойти на уступки. Ты братаешься с убийцей моего сына! Мы пойдем на все, чтобы отомстить! Ты понимаешь? Цезарь винит вас в смерти Птолемея. Фараона, бога, тут я бессилен. Плевать, что думает Цезарь. Я заключала договор с Клеопатрой. Потерпи, Ая. Дай мне все уладить. А пока, прошу, не встревайте. Не все так уж просто. Предатель. Из всех слов не могу выбрать нужное. Разум царицы отравлен Римом, а мы все ей поверили. Египет ждет погибель. А Рим в руках ордена. Наш враг крепнет. Хватит, хватит. Я был неправ. Это моя вина. После смерти сына я мстил в гневе и ярости, но лишь сделал их сильнее. Мы все разные, но мы сражались вместе, чтобы вернуть трон Клеопатре. Я совершил ошибку, друзья. Но это она свела нас с вами. Теперь наши враги скрыты в тени корон. Они прикрываются царями и царицами. А кто скрывается в тени, чтобы помогать людям? Мы. Здесь начнется наш новый путь. Все было не зря. Мы должны продолжать бой, должны защитить свободу воли. И пусть нас мало, наше братство дает надежду. Нашей стране не нужны цари. Ведь наша вера, наше кредо, наш долг объединят нас. Клянусь,
что для всех сыновей Египта. Я стану отцом, которым не стал для Хему. За братство! За братство! Ты был прав. Я поверила лже-богине. Остается один вопрос. Септимий. Он взял посох Александра. Зачем? Угу. Их интересовала гробница Александра. Ответ там. Я убью Клеопатру за ее поступок. Мы должны думать о насущных делах. Но зачем, Баек? Скажи, что у нас осталось? Сива. Родные земли. Нельзя все бросить, Ая. Мы должны найти убийцу Хему. Да. Мы выполним свой долг. Впереди стража. Что ж, в нашем деле любые аргументы хороши. Сюда меня не пустят. Здесь что-то назревает. Что-то дурное. Это римляне. Люди Цезаря? Апалладор? Мы должны помочь. Да, здесь не место. Не мы здесь чужаки. Слава, мой клинок жаждал крови. Замес, Кунас! Успокойся, глупец. Жить за всем будешь. Стоит Флавий. Мне жаль. Он убил твоего сына. Они были здесь. Забрали сферу. Ушли в Сиву. В Сиву? Байк, а я... Ваши люди погибнут. Идите, а! Прощай, Апалладор. Аид примет тебя. Мертвая тишина. И звери притихли. Словно в деревне началась чума. Я знаю, за этим стоит Флавий. Давно следовало убить этого мерзавца. Нужно попасть в крипту. Да.
Римские солдаты. Видимо, люди Флавия. Влакас! Убить этих чужаков! Все это устроил Флавий. Он привел сюда Цезаря и римлян, желая захватить власть. Мы верили ему. Напрасно.
Стражники будут нас искать. Баек, впереди опасность. Да! Смотри, крипта. Не страшить, это дверь. Они бегут. Осторожно, неизвестно что. Узнаем, что произошло. Байк, это все сон? Мы на... Представить не могла, что здесь такая красота. Кто его создал? Неужто боги? Тут вся наша история. Байк? Байк? Это Хабзафа? О, брат мой! Пустыня забрала твою жизнь. Погиб мой лучший друг. Нужно остановить Флавия. Нет! Нельзя бросать его! Нужно устроить похороны! Давай, Байк. Я рядом. Хибзефа не знал об Ордене. Убивать его не было причин. Флави вырезал его сердце как знак. Именно он убил Хему. Муж мой, мы найдем. Что тут творилось? Просто ужас. Римляне вошли в крипту. Септимий и Флавий. С помощью каких-то предметов они легко открыли ее. Хабзефа хотел помешать, но оказался бессилен. Они вошли внутрь. Я увидела синий свет и решила сбежать. Все жители деревни лишились рассудка и упали без чувств. Они разрушили Сиву! Их ждет смерть! Их надо остановить! Байк! Айя! Жители деревни будут молить богов помочь вам! Сперва похороним Хабзефу. Месть свершится потом! Пригласите сюда бальзумировщиков. О, великий Анубис, прошу, прими этот дар вместо сердца Хебзефы, чтобы его душа смогла найти путь в благословенные поля Иалу. Хебзефа, друг мой. Хебзефа, мне так тебя не хватает. Байек, Хабзефа высоко ценил это оружие. Он был бы рад передать его тебе. Почту за честь. Не
Жители схватили и допросили римского солдата. Флавий отправился в Кирену, а Септимий в Александрию. Я убью Флавия. На границе с Киреной есть дом. Местные могли видеть Флавия в тех местах. Ступай. А я вырежу сердце мерзавцу Септимию. Куда бы мы ни пришли, горести следуют за нами по пятам. Возможно, нам стоит смириться. Это тяжело. Я не хочу, но... С каждой мыслью о тебе я вспоминаю Хему и все, что мы потеряли. И я. Ну что ж, будем убивать. Прощай, Айя.